ми вже готові говорити з Юрієм Чебаном, але перш ніж розпочати нашу розмову, ми знову звернемося до Гуглу. Отже, на запит Юрій Чебан у нас з'являються ось такі назви. Я попрошу показати на своїх екранах, на екрані показати мій моноблок. Ми зробили в Гуглі пошук, і є ось такі назви. У українському спорті доводиться боротися з вітряками дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан. У Борисполі зустріли олімпійського чемпіона з веслування Юрія Чебана. На поразки українців вплинули судійство і дії тренерів-конноїстів. Юрій Чебан, український чемпіон Юрій Чебан, встановив олімпійський рекорд. Я думаю, якщо вам цікаво, ви теж зможете через пошукову систему в Google або будь-яку іншу систему знайти назви і все про Юрія. А зараз, перш ніж розпочати з ним розмову, я попрошу вас подивитися такий відеоролик, який теж був підготовлений не каналом Южинського телебачення, він був підготовлений Федерацією з веслування, але він дуже крутий. Подивіться. Як називаються ці соревновання? Олімпійські надіжди, правильно? Це не чемпіонат світу і не Олімпійські ігри, це Олімпійські надіжди. Вы, каждый из вас, это олимпийские надежды. Поддержка друг друга очень важна. Она должна идти отовсюду. У вас от родителей, от тренеров и от друг друга. Это очень важно. Все мы стали свидетелями, как в первый день было жарко, весело, тепло. А во второй день холодно, зябко и ветрено. Это определяет профессионала, как быстро он может перестроиться с одной ситуации на другую сразу же. Он остается тем же. Спортсмен остается всегда победителем. Давайте все-таки поздравим тех ребят, которые заняли 4-е и 5-е места. Они тоже. Мы не ждем от вас рекордов. Я не жду от вас рекордов. И тренера не ждут от вас рекордов. Победители, это классно, это круто. Но вы, в первую очередь, вас определяет ваш характер. Я хочу видеть от вас максимальную отдачу. Representing Ukraine, Украина. Продовжуємо нашу розмову. Юрій Чебан, дворазовий олімпійський чемпіон, у нас в ефірі сьогодні на каналі Южинського телебачення. Юра, вітаю. Добрий день. Щойно ми бачили трансляцію Юрія Самойлова, він дуже рідко до міста Южного приїжджає. А на відміну від Юрія Самойлова, який знаходиться, живе і працює в Німеччині, ми, на щастя, тебе бачимо частіше. З чим це пов'язано? Ну, в первую очередь, с тем, что моя семья тут живет, родственники недалеко, вот в Одессе, в Южном и так далее. То есть Южный для меня не просто спортивная платформа, откуда много спортсменов упорхнуло. То есть для меня это в первую очередь дом, где я провел большую часть, можно сказать, своей сознательной жизни.
тут вырос, тут воспитали меня тренера, собственно говоря, тут родился мой, ну не тут родился мой сын, но тут живет мой сын, моя жена, и в принципе тут много связано эмоциональных, душевных моментов и так далі. Для мене це дом. Я ще хотіла цей відеоролик. Чому саме цей відеоролик я взяла для демонстрації? Це пов'язано з тим, що зважаючи на те, що деякі професійні тонкощі нам відомі, звук, який був записаний, він був записаний на пушку. Тобто це точно був непідготовлений момент. Чи дійсно ти проводиш такі бесіди перед стартами, наскільки це важливо, тому що зараз ти все ж таки головний тренер збірної України? Да, это действительно так. У нас с нами сейчас работает парень. Я его называю директор творческого отдела. Алексей Чичкан его зовут. Молодой парень, креативный, такой, в принципе, активный. То, что нам, в принципе, и надо. Основная идея этого как бы, проекта, этого, в принципе, действия – показать внутреннюю жизнь нашей команды, внутреннюю жизнь спорта, что мы переживаем перед соревнованиями, после, во время и так далее. То есть показать все нюансы поэтапно, потому что люди в основном видят только пьедестал, вот, либо какие-то негативные моменты. Хотелось показать полностью, в принципе, всю атмосферу, текучесть. То, что вы видели, это, в принципе, было уже, это был спич такой перед предстартовый. Там, ну, конечно же, там и пряники раздавались, и плетка была тоже, но тем не менее, спортсмены должны знать, к чему они должны готовиться, к чему они должны быть готовы. Вот, в принципе, все нюансы. И вот, конечно же, если бы мы показывали полностью все видео, оно бы заняло больше времени. Поэтому самые лучшие моменты, самые такие яркие, самые там, эмоциональные, да, это очень важно. Это очень важно передать тот месседж, который мы несем. Спорт – это в первую очередь это семья. Это семья, где может найти место любому. Любому можно приютить, обучить, научить, выпустить свет и так далее. То есть в первую очередь мы должны сказать обществу о том, что мы готовы к любым вызовам. Мы готовы принимать новых людей, открывать новые горизонты и так далее. Ну вот, чтобы, в принципе, видели. Это соревнования в этом году проходили в сентябре, к сожалению, это единственное соревнование в этом году были, которые для наших юных. Вот это вы слышали спич, это для Олимпийские надеи. Олимпийские надеи. Это как раз года 15, 16, 17 лет. Вот это как раз для них, это наша олимпийская надежда. Это та основа, это та база, на которой, в принципе, держится любой спорт. Это является таким плата, спортивным плата, откуда уже выстраивается пирамида уже на высший достижение, спорт высших достижений. Ми в кінці бачили відеоролику, що які медалі, в якій кількості принесли саме з цих змагань Олімпійські надії України. Як виступили? Як ти як тренер оцінюєш виступ своїх вихованців? Я считаю, ну, ви ж самі по медалям видели, що це довольно-таки, ну, успішне виступлення. Ну, скажу по секрету, как бы на этих соревнованиях возлагаются надежды больше на характерное качество вот именно спортсмена, то, как он проявляет себя в борьбе. Я больше это оцениваю, потому что соревнования такого ранга тяжело объективно оценить, потому что там участвуют 14-15, ну, такие возрастные группы, на которые, скажем так, в будущем их может и не быть уже. То есть в таком периоде быстро идет текучесть. Но для себя мы все равно как бы оцениваем общую картину для того, чтобы видеть, насколько спортсмен действительно силен характером. Потому что в спорте это же не только сила решает. Да, то есть мы имеем дело с целым комплексом качеств, которые должен проявлять спортсмен для того, чтобы добиться максимального результата. Вот. И как раз вот на таком этапе очень важно это то, как проявляет себя спортсмен именно в гонке. То, какой они результат показывают, это, ну, по сути, это не важно, потому что нельзя не прикрепиться ни к временному показателю, нельзя не прикрепиться, допустим, к показателю между стран. Потому что эти соревнования, они не входят, скажем так, в категорию, за которую мы оцениваем, допустим, по статусу, допустим, федерации уже внутренней. То есть это больше развивающее соревнование для самих спортсменов, чтобы они поверили в себя,
то, что они могут, становясь на одну ступеньку или выше даже с другими странами, такими зубрами, как Германия, как Венгрия, там, как Канада, да, без разницы кто, они начинают уже думать о себе уже в контексте олимпийской надежды. Вот этот меседж самый важный. Наскільки важливо або наскільки ти відчуваєш те, що твої досягнення допомагають спортсменам у їх навчанні? Чи це заважає, наприклад? Ну, дворазовий олімпійський чемпіон, чи такий авторитет, так би мовити, він допомагає чи заважає? Что я могу сказать на это? Важный тот месседж, который мы несем, который я, допустим, несу. Да? То есть можно быть и президентом страны, самое главное, что ты делаешь для этого. Неважно, твой статус не важен, по сути. Важно то, что ты делаешь. Я добился определенных успехов в спорте. Да? То есть у меня теперь есть как бы все инструменты, все рычаги для того, чтобы менять ситуацию в спорте и в будущем. То вот это уже важно, как я это буду использовать. Не даст ли мне это, наоборот, якорь, к примеру, психологически, мол, в таком понимании, что я вот двукратный олимпийский чемпион, то почему это должно меня касаться? Нет, в первую очередь я считаю, что добившись успеха, наша обязанность социальная рассказать об этом пути, который ты прошел. Понятное дело, что для каждого будет свой опыт, приобретенный в будущем, но задача каждого олимпийца, я считаю, каждого человека, который добился определенных успехов, это рассказать тот путь, который он прошел. Ни для кого не секрет, что пройденный путь, он намного легче для других, чем впервые ты его идешь сам. Поэтому основная задача моя раскрыть в принципе карты, что тут ничего нету сверхъестественного. Человек, который занимается спортом непосредственно и добивается успехов, он и пропагандирует это в своем виде спорта. Я вот рассказываю, к примеру, по возможности ситуацию, что нету ничего невозможного. Пройдя через определенные испытания, в принципе, спорт — это и есть испытание, не только на дистанции, но и в жизни. Мы проходим через определенные преграды, преодолевая которые, мы становимся сильнее психологически и физически. Вот это самый главный месседж для того, чтобы добиться результата. Потому что результат олимпийский, да, вот то, что мы видим сейчас, это, в принципе, только медаль и пьедестал. Но за третьим местом очень много спортсменов, которые идут к этому пьедесталу, которые не доходят до него, но не добиваются успеха в другой области и так далее. Вот я думаю, что если провести социальный опрос и спросить, к примеру, сколько жителей, в принципе, там, Южного Украины занималось спортом любым, я думаю, что это будет процентов 90, кто занимался вообще, в принципе, спортом, который дало толчок в их жизни. Вот это самое важное. У мене таке запитання, так би мовити, професійне. Не всі успішні спортсмени стають успішними тренерами потім. Це факт. Це факт, но що тут... тобі допомогло? Я не считаю себя успешным тренером. Для того, чтобы стать успешным тренером, надо пройти все этапы. От начиная, допустим, с... Шлях лише розпочати. Ну, так, скільки? 2 роки, так? Чи 2 роки ти... 3 года. Я декабрь 16-го года я уже вступил на должность главного тренера. С 2017 года, получается, уже с 1 января уже официально... собственно говоря, був на цій должності. Я тобі хочу сказати, що сам меседж, який почула, знов-таки, ну, повертаючись до того відеоролика, це дійсно потрібно не лише мати освіту, але й відчувати для того, щоб давати такі настанови. Тобто воно відчувається, наскільки все ж таки вже професійні настанови ти даєш, наскільки це підготовка дуже професійна, тому я так оцінюю суб'єктивно, звісно, суб'єктивно. Але мені цей відеоролик дуже сподобався, і я пишаюсь, що спортсмен і зміг от таким чином переключитися на тренерську роботу. Спасибо, спасибо. Іменно от цього ми якби і добивались для того, щоб показати, наскільки важен цей процес формування личності в будущем.
Надо вот как раз такие моменты и увеличивать их количество, таких моментов, как говорится, в спорте, в будущем и в жизни каждого юного спортсмена, для того, чтобы он понимал, к чему он двигается, что это даст ему в будущем и так далее. Потому что большинство спортсменов это раз***я. Да, ничего страшного. Да. Ну, мы, да, запикаем. Это реалии, потому что, да, спорт должен быть веселым, он должен привлекать, увлекать юного спортсмена, но, тем не менее, юный спортсмен должен отдавать себе отчет, к чему это приведет. Потому что, уже осознавая будущее свое в спорте, он может улучшить свой результат. У каждого спортсмена, к сожалению, есть промежуток времени, временной промежуток, ну, скажем так, успешный, успеха, да, допустим, это может быть там от 18 до 23, от 25 до 30, то есть у каждого он свой, это время успеха, время, когда у спортсмена все получается, когда у него везде, отовсюду идет, как говорится, фидбэк, то есть что бы он ни делал, у него все получается. И вот это самая главная ошибка у нас в спорте, когда спортсмены получают это как должное. Не потому, что это было получено в результате работы с тренером, работы с коллективом, там, массажисты, доктора, а потому, что спортсмены думают, что это они такие веселые, энергичные и так далее. Это результат как раз именно коллективной работы. Вот и моя задача показать спортсменам, что они в первую очередь это результат коллективной работы. И то, что они, то, чего они достигают в будущем, или даже уже сейчас, это как раз результат коллективной роботи. І, звісно ж, спортсмена в цілому. Я так розумію, що, власне, для того, щоб зробити ці настанови, ти взяв власний досвід, так? Тобто були, ну, з тренерами ми теж спілкуємося, і стосовно твоєї кар'єри, то тренери казали, що якби Юра викладався на всі 100%, він би поставив би такі рекорди, що ще довго, років 50, би ніхто точно не зміг би замахнутися на такі результати. Тому я так розумію, так? Так, да, було таке. На самом деле, как бы, все таки є. Сейчас, я считаю, у меня вообще, как бы, в принципе, уникальный случай, когда буквально, сойдя с пьедестала в 2016 году, в январе 2017 года я уже заступаю на должность главного тренера. И, собственно говоря, буквально будучи спортсменом, не имея никакой базы, уже сразу заступаю. То есть мне приходилось уже, как говорится, сразу же включаться в работу. И у меня по старой памяти осталось еще понимание спортсмена, и уже по новой это вновь приобретенный опыт уже как бы и тренера. И я понимаю теперь то, что говорил тренер, уже, скажем так, не то чтобы понимаю, я это чувствую, то, что, вот эти детали как раз, которые в тот момент мне казались простыми. Это как раз тот месседж, который я нес вот на этом видео. Люди, в принципе, не только спортсмены, не дают себе отчет, то, что результат, который они делают сейчас, приведет к успеху, либо к провалу в будущем. То есть то, что они сейчас закладывают, это может дать либо прирост, либо они остановятся на том же самом уровне. То же самое в спорте. В молодом возрасте, когда нету никаких забот, в принципе, ни о чем не задумываешься. Все получается само собой, все получается классно. Вот. И многие фразы тренера, они как бы пролетали, ну, пролетали мимо через одно ухо, как говорится, влетело, в другое вылетело. Да. К сожалению, так и есть. К сожалению, так и есть. Я вот сейчас понимаю, что если бы на тот момент были бы люди, которые более подробно объяснили, более подробно рассказали, разложили по полкам, что, как и где, возможно, у меня бы было бы еще больше результата. Так как был талант, он, в принципе, как бы сейчас остался. Я закончил карьеру не потому, что захотел этого, потому что дистанцию олимпийскую мою сняли с олимпийской программы. Я уже не имею возможности больше участвовать. Поэтому это, скажем так, вынужденный шаг, новая ступенька в жизни. Но я к тому говорю, что спортсмены, которые только в начале этого пути, они, вот, к сожалению, не понимают
всей эпичности этой ситуации. То, что они, начало пути, это самое главное. Как они этот фундамент заложат, и тренер в том числе, так оно и будет. Чи вдається достукатися до спортсменів молодих, конечно, зараз? Конечно, так? Конечно. Либо кнутом, либо пряником, оно все равно будет. Потому тобто, что индивидуальный подход по-любому? В любом случае, это, во-первых, это индивидуальный подход, это массовый и так далее. То есть каждый спортсмен отвечает по-своему. Но тем не менее, метод кнута и пряника никто не отменял. Спорт все равно выдавливает слабых. Как бы мы с этим не боролись, спорт и спорт высших достижений, он все равно выдавит слабых. Даже если он, допустим, сильный, но слабым характером, либо сильный, если он характером, ну, то есть все равно останутся в топах, все равно останутся спортсмены, которые действительно достойны. Как бы мы там не отбирали спортсменов, что бы мы с ними делали. По сути, спорт – это селекция. Ну, то есть любой спорт вот, – это селекция от слабого к сильному. Вот. Поэтому сейчас, давая вот такие настановы, вот именно на этапе формирования спортсмена, хочется видеть, конечно же, от них лучше. Это на самом деле это не мне надо, это надо на самом деле родителям, детям и так далее. Это для них будет как бы служить примером, вот то видео, то состояние, в котором они сейчас были, вот на этом видео вы сами видели, когда они смотрят их реакцию на это все. То есть они это впитывают, им это надо на самом деле. Вот этого никто не делал. Чи легко сьогодні в Україні взагалі зібрати таких сильних спортсменів? Тому що, по суті, зараз і задача тренерського складу – знайти цих молодих людей, які хотіли б займатися спортом. І як сьогодні бути тренером? І чи є у нас молоді, талановиті, перспективні, які в майбутньому стануть олімпійськими чемпіонами? Конечно, безусловно, есть много молодежи талантливой, и у нас в Южном тоже есть, у нас в Южном база, вы знаете, много молодежи туда приходит, соревнуется, тренируется просто для себя. Тут самое важное, конечно, тут надо делить спорт высших достижений и массовый спорт оздоровления, потому что мы как бы все в одну, скажем так, посудину все скидываем, но на самом деле это все разное. Спорт высших достижений, это уже там никакого здоровья на самом деле и нет. Там люди выходят за грань возможного. Тут надо понимать, что для того, чтобы добиться олимпийских результатов, таких вот, к примеру, как вот Осипенко, как вот Юрий Чебан и так далее, то надо, конечно, выходить постоянно за грань своих возможностей. Вот почему спортсмены ленятся? Потому что нужно постоянно загонять себя в зону дискомфорта. А это не совсем приятно. Значит, массовый спорт, развивающий, оздоравливающий, это как раз все, что касается вот этой как раз планки, вот этой грани. Тут ее ни в коем случае нельзя переходить, потому что будет, конечно же, неприятные моменты именно психологические. То есть, если спортсмен готов, вот, допустим, юные спортсмены, когда они готовы уже, тогда можно уже переходить и на новую ступень, на спорт высших достижений и профессиональный спорт. Но до этого момента это игровые, это развивающие там тренировки и так далее. То есть для того, чтобы завлечь внимание спортсмена, для того, чтобы, скажем так, довести процесс до автоматизма, для того, чтобы он ходил на тренировки с удовольствием и принимал в них участие с большой страстью. Вот страсть – это как раз то, чего мы добиваемся в тренировках. Чем разнообразнее будут тренировки, тем интереснее будет молодому спортсмену. И как раз в юном возрасте вот это и нужно применять. Когда много спортсменов приходят на тренировку, и тогда происходит как раз этот момент селекции, тогда как раз и происходит поиск молодых и юных талантов. Когда приходит 50 юных спортсменов, из них остается в итоге там 10-2, пусть даже один, но этот один, он будет показывать как раз это вот эти олимпийские результаты. На самом деле, олимпийского чемпиона тяжело вытренировать. Это практически невозможно, это нереально. Олимпийский чемпион должен иметь обширную такую вот, скажем так, базу, понимание
понимании биологических, понимании физиологических, физики. Да, очень-очень это обширный. И должно в этот момент все сойтись к единому целому. То есть это не просто результат, который, к примеру, мы получаем на заводе, да, то есть если мы там, допустим, выпилили там 12 болванок, то у нас на выходе получится там 12 болванок там другой продукции. В спорте так не работает. В спорте работает вот именно селекция. То есть чем, то, что я говорил, чем шире у нас база нашего, допустим, резервного спорта, наших юниоров, юнакиев и молодежи, тем лучше результат будет на выходе, на вершине пирамиди. Вот так вона працює спортивна система. Масовий спорт. В Южному дуже велику увагу цьому приділяли завдяки Одеському припортовому заводу «Порту Южний». Тобто, от як ви казали про те, що 90% у нас людей, які займаються в Южному, так точно. І наскільки він впливає на те, що потім молоді люди можуть вибрати для себе професійний спорт? Що стосується... Тут тоже в одном вопросе я услышал два отдельных. Uh-huh. Что касается Южного, к сожалению, ну это не секрет, да, для вас тоже, я думаю, что не секрет, что у нас в последнее время со спортом и с развитием, и с вложением, допустим, своего внимания завода в южнинский спорт не особо, скажем так, на уровне, на том уровне хотя бы, который был. Вот это самый главный месседж. И самый еще такой тоже негативный месседж, это то, что в принципе и люди не особо требуют этого. То есть если есть у нас спортивные функционеры, которые это в принципе их обязанность этим заниматься, почему тогда они этого не делают? Почему они не развивают? Да, они, к примеру, там развивают какие-то спортивные майданчики, на которые в принципе никто не ходит. Или ходят, к примеру, ходить. Там, ну, ходят единицы. Но, к примеру, если мы говорим за массовый спорт, да, за олимпийский спорт, за тот, который в будущем даст плоды и карьерный рост спортсмена, почему мы тогда его не развиваем? Почему у нас база стоит недостроена на Грибная? Почему у нас куча еще объектов недостроенных или в плохом состоянии? Вот самый главный вопрос. Еще тоже можно поразмышлять на эту тему, почему у нас, к примеру, стипендии юным нашим дарованиям, которые только в начале, скажем так, на пороге своих достижений. Сколько у нас стипендий? По-моему, две, если я не ошибаюсь. Міського голови? Да, да. У нас, ну, там по різних напрямках. Там в мистецтві, в спорті, в культурі, ну, в освіті, тобто там кілька напрямків. Зараз не пригадаю, скільки, але... Ну, по-моєму, у мене така інформація, що дві стипендії на спорт. Тобто, так, одному спортсмену і одному тренеру, так, так да, є. То есть, вот это как, и самое главное, это размер этой стипендии, 500 гривен. То есть 500 гривен в месяц тренеру в наше время... Не, зараз 1200. А уже 1200. Так, цього року змінилося, ну, через те, що дійсно ну, 500 гривень. До этого. Ну, я к чему веду, что если мы хотим развивать, допустим, массовый спорт, то мы должны его стимулировать не двумя стипендиями, а 10, 20, 30, ну, что мы хотим получить, самое главное, на выходе. И для юного спортсмена те же самые там, 500 или 1000 гривен в начальном этапе, там, в 15 лет, это уже хорошие деньги. И для родителей это уже хорошая подоплека для того, чтобы задуматься, может, все-таки уделять внимание спорту и развитию ребенка, либо уходить больше в учебу. Но на самом деле это все можно совмещать, если находить в себе силы и возможности для того, чтобы родители контролировали свое чадо, куда оно дену, как говорится, ходит и няется по улицам или там непонятно чем занимается. То есть это обязанность родителей на самом деле больше для того, чтобы получить в будущем результат, соответствующий их запросам, да, или фантазиям по поводу своих детей, то надо уделять больше внимания, а не просто отдать тренеру и так далее. То есть надо интересоваться, в первую очередь, интересоваться успехами своих детей. Как они могут повлиять, как они могут улучшить этот результат. И вообще, надо ли, допустим, их помощь. То есть это тоже такой пласт работы, который лежит на родителях. Это самое важное. Я могу тоже со своего опыта сказать, вот моя мама Людмила Александровна Чебан является, которая моим же первым тренером, так. Мы с ней поменяли
7 или 8 видов разных программ и спорта. То есть это говорит о том, что мы вели поиск. Сейчас уже как бы легче делать анализ, когда уже пройденный путь. Но в тот момент для меня это было больше как смена просто деятельности. Сейчас я понимаю, что это в принципе и являлся поиск таланта у юного дарования, да? Поиск таланта, к чему у него больше лежит душа. Вот. И был момент, вот был зацеп вот именно на гребле, где в принципе и я себя сформировал. Вот этот месседж как раз и нужно нести родителям. Задача спортивного функционера у нас в городе создать услуги, предложить людям возможности для того, чтобы там, отдали они, допустим, на борьбу, для того, чтобы на танцы, там, на другие, то есть там, на виды спорта. Создать такой спектр услуг для того, чтобы родитель мог выбрать из этого спектра больше для себя подходящую сферу. Это самое главное. А у нас этого не делается, к сожалению. Плюс мы все возлагаем надежды на завод. Конечно, завод это, скажем так, такой гигант, который на нас тратил кучу денег, но мы все-таки должны понимать, что мы как город это отдельная боевая единица, которая сама должна о себе заботиться, а не постоянно мы пеняем на завод, что там какой-то дядя пришел и нам чего-то там не дает. У нас есть свой голова, у нас есть свои депутаты, которые могут это все делать и которые могут создать у нас в городе свои возможности. Или я не могу сказать, что у нас не хватает, допустим, бюджета. Вы знаете, какой у нас, это ни для кого не секрет, какой у нас был бюджет в прошлом году и так далее. То есть неужели у нас інфраструктурні об'єкти да, за останні есть, значит, 5 нас... років, я хочу відзначити, що за останні 5 років вони з'явились, інфраструктурні об'єкти. Крім того, вся наша соціальна база, вона прийшла до того стану, коли потрібно було поруч з капітальними ремонтами шкіл, дошкільних закладів, потрібно проводити було і модернізацію. Це теж було зроблено. І на сьогоднішній день фактично всі будинки міста Южного, вони ще й оснащені елеваторними вузлами. Ну, тобто те, про що ну, бюджет великий, але він використовувався в принципі для розвитку інфраструктури. І це теж потрібно. І для спорту теж. Я згодна, що... В першу чергу його потрібно тратити на нужди людей. То есть нужно изучать, ну, как я считаю, для комфорта. Да, нужно изучать запросы общественности, на что общественность больше обращает внимание, чем она пользуется. И вот эти как раз именно объекты, их и улучшать для того, чтобы люди получали свои услуги, для того, чтобы они получали комфортные условия для своей жизни. И так же самое, как они получали, допустим, дети получали комфортные условия для тренировок. Когда мы приходим, к примеру, на базу и видим, что, допустим, убитая раздевалка, не работает включатель, холодная батарея, о каких мы комфортных... Ну, это сегодня есть такое, так? Ну, насправді. Я, конечно. У нас. Нет, не только у нас. Я сейчас говорю не только у нас. Это есть по всей Украине. То есть школа, допустим, вы знаете, школа высшего мастерства, ШВСМ, uh-huh, да? Uh-huh. То есть если сейчас провести, допустим, комиссию, то можно увидеть, в каких условиях тренируются олимпийские виды. Uh-huh. Олимпийские виды. Я говорю сейчас не за массовость. Олимпийские виды – это приоритетные виды, которые предусмотрены государственной программой, защищены. Я вот про это говорю, что у нас с олимпийскими видами большая проблема на самом деле. Их... Хотя они, в принципе, предусмотрены развитием государственной программы, но они у нас находятся, к сожалению, в очень ужасном состоянии. Я не думаю, про финансирование. Вони просто програма державна є. Ну, у нас таких багато, тисячі, мабуть, таких в Україні програм, які створені, але не фінансуються. Під них просто не закладається фінансування. Я повертаючись, це прекрасно. Одна з таких рис, яка мені власне подобається в тобі, це те, що ти не приховуєш справжнього стану речей.
І у зв'язку з цим хочу запитати, що власне от для в місті Южному, зважаючи на те, що є певні там проблеми з водновисловальною базою, що вона не так швидко будується, як хотілось би, то у зв'язку з цим, чи ти власне звертався до там Южинського виконкому або до якихось структур, або, наприклад, до депутатів з тим, що є така проблема, і про неї потрібно заявити, щоб вони про неї знали. У нас є така проблема, звісно ж. Над ней работает, я знаю, что над ней работает Сергей Александрович Чернышов, это он же и президент Федерации каноэ Украины. Поэтому он печет этой проблемой на самом деле. И насколько я знаю, что они не могут сейчас сойтись на мнении, кто достраивает этот объект. Вот это самая, конечно, негативная ситуация в том плане, что никто не знает, кто за него отвечает, на чей баланс. Знає, проте процеси у нас бюрократичні, вони такі, що передавання з одного балансу на інший, це дуже довгий процес, і там є свої нюанси. Так. Є свої нюанси, но я вам скажу уже, скажем так, после определенного опыта, что все нюансы договариваются в кабинетах. Если есть на то политическая воля, все довольно-таки быстро получается и без проблем. Если этого действительно кому-то надо. Если это никому не надо, запускают по десятым кругам, зайдите туда, зайдите. Ну, это жизнь. Угу. Это жизнь. Если это никому не надо, начинают, а вот мы эту экспертизу не сделали, а вот мы эту, а давайте мы еще подумаем, а давайте мы еще составим смету, а может мы там что-то не предусмотрели и так далее. Если это кому-то действительно надо, они бы уже достроили этот объект, уже бы там куча детей занималась, уже бы спортивные секции там бы уже пооткрывались и так далее. Наскільки це важливо для розвитку олімпійського спорту і, ну, взагалі для України, я маю на увазі, не тільки для Южного, для України, наскільки наша Южницька водновисловальна база важлива? Ну, это как это очень важно. Это на самом деле это как воздух для нас. То есть нам нужны условия, не просто нам, всем людям нужны условия для того, чтобы они могли там реализовываться. То есть это возможность для реализации каждого спортсмена, юного спортсмена и тренера в целом. Тренер не может тренировать на голой земле. Это можно, в принципе, делать чисто теоретически, но, ситуация, которая у нас есть, вот я поездил по Украине за все это время и видел, и это касается сейчас только моего вида спорта, гребли на байдарке и каноэ, то есть в других городах поприсутствовал, конечно, условия просто ужаснейшие, эллинги слепленные просто с овна с палок. И палок, да, так. Вот. Это просто ужасно. И у меня просто на самом деле грусть большая на душе, когда я это вижу. Когда я приезжаю и вижу, как, в каких условиях тренируются дети. И в то же самое время я вижу, в каких условиях тренируются за границей. Спортсмены, юные спортсмены приходят в светлые, чистые раздевалки. Теплые. И когда у нас приходят и, допустим, этим должны беспокоиться как раз именно местные власти и те люди, которые непосредственно должны нести ответственность за вот это. Единственное, что у нас вот та ситуация, которую я говорил с родителями, они, к сожалению, не заинтересованы. Добре, ну власне, ви ж зацікавлені, тренерский склад, учні. Конечно. Ну, мы, как вам объяснить, я возглавляю сборную команду Украины. То есть это люди, которые, в принципе, уже попадают лучшие из лучших. Да? То есть у нас в основной команде олимпийской это лучшие из лучших, это топы всей Украины. Потом у нас идут кандидаты, потом резерв. То есть там в сборной команде аккумулируются, скажем так, лучшие, средние и перспективные. Да? Вот если так вот разложить. Но у нас еще есть те люди, которые только сформируются, только те, которые стали на этот путь. Допустим, родители, которые приходят, приводят своего спортсмена, видят вот эти вот условия, ну, я бы, допустим, не повел бы в греблю, если бы вот привел бы и увидел там кирпичи, там сырость и так далее. То есть вот я об этом говорю. Есть программы, которые, по которым можно это все улучшить.
можна це все улучшити і зробити. Но... І залучити бюджети лише місцевого рівня, чи можна залучити обласні? Обласні і городські. На самом деле, це ж не треба так багато грошей, як об этом говорять. У нас, понятное дело, что у нас одна байдарка стоит около 3000 евро. Байдарка или каноэ, там, без разницы. В пределах, ну, плюс-минус, там, 3000 евро это стоит. Вот. За 3000 евро можно сделать ремонт в раздевалке. Можно сделать? Можно. Я думаю, что легко можно за такие деньги сделать ремонт в раздевалке и даже в спортивном зале. Вот. И, ну, и так повсеместно. То есть, первое, что у нас необходимо, это условия. На базе нужно создать условия, нужно достроить этот комплекс, чтобы он заработал наконец-то, чтобы мы как вид спорта могли предложить свои услуги обществу, и тогда вот это вот будет, вот именно тогда это заработает. А когда мы начинаем рассказывать о том, что у нас сюда не получается, вот именно на этом этапе и не получается. Биткатися, да. Так, мы любим. Когда мы уже предложим свои услуги, когда они будут нужны запрос, то, когда уже пойдет запрос от общества, и мы ей предложим, вот тогда эта система заработает. Тогда у нас будет хороший поток. По поводу потока, кстати. Когда вот в 2016 году я приехал с Олимпийских игр, и прошелся по школам, сделал, скажем так, презентацию Олимпийских игр и так далее. У нас был приток просто сумасшедший. На базе у нас был приток просто сумасшедший. Не знали, жители куда... Южного? Именно жители Южного. Угу. Вот тренера говорят, что никто не ходит на тренировки. Вот я ставлю в пример. В 2016 году я прошелся по школам, сделал презентацию. И я не агитировал тренироваться. Я сделал презентацию Олимпийских игр, я сделал презентацию себя как олимпийского чемпиона нашего вида спорта, рассказал, открыл там, приоткрыл там некий занавес и так далее. То есть приток был сумасшедший, не знали, куда девать детей. Сейчас совсем другая картина. То есть либо мне нужно ходить по школам, либо нужно тренерам учителям что-то делать. Да, то есть это нужно в первую очередь кому нужно решить? Ну, пандемія. 20-й рік він трохи не схожий на всі решти. Сподіваємося, що в 21-му році це закінчиться, але умови такі. Ну, як вам сказати, пандемія? Да, есть такая ситуация, но можно изобретать программы, которые, в принципе, будут в любом случае притягивать людей. Мы говорим с вами о пандемии, но видим забитые эпицентры. Мы говорим с вами о пандемии, видим открытые, допустим, места для празднования там, того же самого Нового года, супермаркеты, другие там объекты, кафе. Ніхто не соблюдає ці правила. Ви самі виділи і знаєте. В Южному трохи інша ситуація. Тут навіть не можна робити великих анонсів будь-яким масовим заходам, тому що, щоб не привабити, як умови да, більше. Ми зараз не говоримо о том, щоб зараз збирати велике скоплення людей в определеному місці. Ми зараз говоримо в принципі. Я сейчас говорю в принципе о том, что у нас есть пандемия, типа якобы мы с ней боремся, но непонятно, как мы с ней боремся. Мы вроде говорим, что у нас сейчас было повышение, допустим, да, скачок положительных результатов, но тем не менее мы говорим о том, что у нас локдаун перенесли на 8 число, на 8 января. А почему на 8 января? После всех праздников, да, то есть люди должны отгулять, отпраздновать, потратить деньги дома. И потом сидеть дома январь. То есть, ну вот такая логика у нас. Если мы говорим о том, что у нас было там больше 10 тысяч в декабре, там начало декабря, там конец ноября, начало декабря, то почему в то время мы и не сделали это? Ну а зараз уже... спад 4 тысячи. Да, но это без локдауна. Без. Тогда зачем вводить его 8 января, если у нас будет дальше такая ситуация? И в Европе такая сама ситуация, там тоже пошло на спад, але там они их оголосили. Я веду к тому, что люди научатся с этим жить. Это уже часть нашей жизни, от этого никуда не деться. Если раньше, вы помните, как только это начиналось, там было 200, там 300 случаев, у нас ввели локдаун, непонятно зачем, если было там 200-300, для чего это? Ну, в общем, это медичная уже... система не была готова на той момент. Да, боялись большого притока, но тем не менее. То есть я к тому говорю, что сейчас с этим уже люди научатся жить. Если, уже научились. Уже научились. Если раньше была такая ситуация, что кого-то видели без маски, либо
даже расскажу свою ситуацию. Так. Да, приехали мы с Италии. Вы знаете, да, так, что мы были в Италии. Как же? Мы себя спокойно там чувствовали, в принципе, там в Украине началась паника, почему вы там, почему вы не тут. Ну, я как бы людям отвечаю, что мы, во-первых, на острове находимся, это Сардиния. Там ни одного случая не было зафиксировано. Вот. Но тем не менее у людей была паника, потому что в Италии как раз была уже красная зона, а мы там себя чувствуем на вялике, угу. Да, ходим спокойно себе. Вот. И когда мы приехали с Италии, даже люди в моем доме, я должен был сидеть на карантине 14 дней, вот. Но 14 дней высидеть невозможно. Вот. И я в маске выходил там, ну, за хлебом, там, за продуктами. И так далее. И люди паниковали, бегали, там, жаловались, что я приехал с Италии. Телефонували до виконкому, да? Да, звонили, ругались, что я такой-то сякой. То сейчас, ситуация сейчас, люди болеют, люди знают, что сосед болеет ковидом, и спокойно себе это самое, спокойно себе ходят, ніхто ні на кого не жалуется. Ну це краще, ніж було тоді, насправді. Ну, тобто, я к тому говорю, что люди научились уже с этим жить. Это уже не новинка, это уже не новость. Когда человек уже переживает, я уже тоже переболел ковидом, и, в принципе, знаю, какая реакция организма, знаю, к чему быть готовым и так далее. То есть, и в принципе, как и некоторые спортсмены наши тоже переболели. В этом, конечно, есть опасный момент, но и в принципе, как бы ничего нету страшного. Если к этому быть готовым, если, в принципе, принять социальную ответственность для себя. Если ты чувствуешь какой-то уже момент, если ты не соблюдаешь, конечно, некоторых мер безопасности, тогда ты должен быть готов к определенным последствиям. Вот. То, в принципе, в будущем, если мы говорим за будущее, то люди уже будут принимать это как должное, как обычная простуда. Я думаю, что с появлением вакцин во всем мире эта ситуация отпадет, конечно, но это опять же таки про будущее. Но сейчас мы все-таки должны строить планы на будущее. Мы должны сейчас, в этой точке сейчас, мы должны видеть точку будущего, куда мы идем все-таки. Вот я о чем говорю. Даже с этой пандемией, с коронавирусом, в следующем году, не дай Бог, еще какая-то фигня вылезет и так далее. Да, швидше за все, що так і буде, тому що це саме такий період, коли віруси, вони набувають іншого взагалі, вони перевтілюються, мутують там і так далі. Лікарі вже навчилися лікувати, тобто зовсім інша ситуація зараз по відношенню до тієї, що була весною, але й люди ставляться вже 100%. Як це, втомилися боятися. 100%. Як ковід змінив спорт і взагалі графік, режим спортсменів у зв'язку з тим, що така ситуація? Ну, що сказати, та ж ситуація, в принципі, у нас в спорті. Поначалу ніхто не знав, як себе вести. Ну, вернее, как бы знали, но не понимали, не ощущали этого как бы на себе. Поначалу не чувствовали, в принципе, угрозы как таковой, потому что ее никто не ощущал, никто не видел. Сейчас, когда уже как бы все уже понимают, с чем сталкиваются, с чем могут столкнуться, в принципе, уже к этому больше подготовлены и наши доктора сборновские, и в принципе, как и все министерство. Вот. Очень изменился календарный план международных соревнований. Постоянно были в этом году, были постоянно отмены соревнований, в принципе, в течение всего года. Я уже говорил об этом, у нас остались одни соревнования для олимпийских надежд, это наши маленькие спортсмены. Вот. И для больших уже ребят, уже среди молодежи и взрослых, уже проводились соревнования Кубок мира. Значит, это два мероприятия для разных возрастов, они проводились отдельно, но в одном и том же месте. Вот. Это единственные соревнования, в принципе, единственные международные соревнования, в которых нам удалось принять, конечно, участие. В следующем году у нас уже, в принципе, полный календарь есть, и я думаю, что он состоится, потому что это как раз та ситуация, я хочу вернуться к той ситуации, что люди не были готовы к этому, и поэтому они начали повсеместно отменять соревнования, потому что боялись ответственности за вот эти мероприятия. Опыт, который уже есть в этом году Кубка мира, он показывает ту ситуацию, что в принципе ничего нету страшного. Спортсмены некоторые выходят в масках на воду,
хотя, в принципе, не знаю зачем, но тем не менее, это есть, вот испанцы, немцы, португалы, они выходили в масках на тренировку, и так же самое, и практически чуть ли не участвовали в соревнованиях в этих масках. Ну, это я к тому веду, что люди уже готовы в следующем году уже готовы принимать даже с той ситуации, что кто-то уже находится, допустим, какая-то страна уже на грани красной зоны. Да. Мы, выезжая на соревнования, предоставляем справки о негативных результатах на выезде, и потом по возврату тоже мы предъявляем. Есть некие протоколы, которые создавались МОЗ и так далее. Мы по ним следуем. В принципе, это уже ни для кого не секрет, и уже, в принципе, нормальная практика. Для того, чтобы вести контроль за спортсменами, мы сдаем перед соревнованием, предъявляем эти справки о том, что наши спортсмены, в принципе, принимают участие уже, как говорится, здоровые. Было, конечно, негативное такое влияние на спортсменов — отмена Олимпийских игр. Это демотивирующая такая ситуация, которая повлияла на спортсменов. Люди не знали, к чему готовиться. И, Но вони були перенесені. Да? Да, они, ну, те, для них это отмена считается. Для них это, так, звичайно, вони ж готувалися. 4 роки готуватися. Перенос – это уже как другие соревнования. Как, понятное дело, это те же самые Олимпийские игры. Но для спортсмена это уже как бы отмена, потому что когда есть, скажем так, цель, и они четко идут к этой цели, они уже по-другому настроены. И как раз вот этот период с марта по июнь был очень тяжелый, потому что тяжело было, я понимаю тут спортсменов топовых, тяжело было как бы настроиться на работу, на вообще себя заставить. Когда вот именно с Олимпийскими играми произошла такая ситуация, много спортсменов перешло, как говорится, на эконом-режим. Не работали, были в спокойном режиме. Кстати, многие спортсмены решили подчиниться. Кто-то плечи делал, кто-то колени. И это как раз положительная ситуация. Но в принципе сейчас уже мы опять набрали обороты и уже на тех же самых, в принципе, режимах работаем к Олимпийским играм 2001 года. Хотя они будут считаться 2020 года. 21-го. Так, 21-го. Да. Хотя они будут считаться как бы 2020 года, но тем не менее. Это тоже... У них даже назва официально, так? Еще Олимпийские игры 2020? Ну, конечно, да? Конечно. Ну, во-первых, это не просто название, это же, в принципе, вся документация, вся атрибутика, символика, медали, так. Это никто не будет переделывать. Все остается 2020. Единственное, что остается меньше времени до следующих Олимпийских игр. Собственно, ну да, 2000, получается, первый тобто год. Не переноситься, так? Якщо в 21-му, то потім для, да, спортсменів 3 конечно. Роки буде для конечно. Підготовки. А это означает, что уже через год начнется уже олимпийский добор. То есть, по сути, один год между олимпийскими сезонами, и потом опять уже, ну, я имею в виду, что олимпийский год, после олимпийского года год свободный, и потом уже на второй год уже начнется олимпийский добор. То есть время раскачиваться уже на раскачку уже, к сожалению, нет. И вот это самый главный месседж спортсменам, что они должны быть всегда в форме. Потому что мы знаем, что после большого пика есть определенный спад, который негативно влияет на форму спортсмена. Вот. Но, как я уже говорил, что сейчас уже и спортсмены, и люди, они уже поняли, что нужно быть всегда готовым, независимо от того, какая ситуация в мире. Все готовятся. Ніхто не спить на печці, всі готуються на Олімпійські ігри, і ми в тому числі. І ми навіть робили кілька сюжетів стосовно того, як проводяться тренування збірної України з веслування. Хто від Южного, від України братиме участь в Олімпійських іграх? На сьогоднішній момент у нас дівчинка є Тодорова, ви знаєте, вона від Южного. Анастасія, так? Так, к сожалению, та ситуація, яка є у нас, багато спортсменів поуходило з Одеської області і з Южного в тому числі. Якщо ви знаєте, у нас Одеська область последние 5 лет займала перші місця, вірніше, не последние 5 лет, а в течение 5 лет
когда я еще был спортсменом, она занимала топовые места, то есть была в топе среди украинских областей. Сейчас она занимает нашу область там, в десятке, лучших, там, пятое, шестое и так далее. То есть вот это, конечно, негативная ситуация, то, что касается Одесской области. Почему так? Так сталось. Вот это как раз та ситуация, которая касается Одесского припортового завода. То есть, когда такой, как говорится, гигант спонсировал спорт, у нас был хороший приток спортсменов, у нас была хорошая текучка, и, ну, как говорится, селекция, и были топовые спортсмены, которые отстаивали и защищали честь Одесской области. Когда... Тобто всі вони тренувалися на базі хіміка, правильно я розумію, так? Не совсем на базі хіміка. Как бы и на базе тоже, но они представляли Одесскую область в частности. То есть это были даже спортсмены с других областей, но выступали за Одесскую область и за химик в частности. Угу. Вот. Сейчас уже такой ситуации нету, поэтому мы имеем то, что имеем. Поэтому у нас осталась наша спортсменка, выходец из Белгороднестровска, Анастасия Тодорова. Так у нас еще есть подрастающая тоже молодежь, которая с Южного, но я думаю, что их озвучивать рано, мы услышим о них чуть позже. У нас есть на сегодняшний момент олимпийские лицензии 9 квот, это 4 олимпийских лицензии и 9 квот, я сейчас объясню. Это лицензия дается на экипаж, экипаж может состоять как из одного участника, так и из четверых участников, а квоты — это уже общее количество мест, которое дается на олимпийские, получается, уже завоеваны на 4 лицензии. То есть если разобрать 4 лицензии и 9 квот, это у нас двойка 1000 метров, четверка женская — это 500 метров, двойка женская — 500 метров и двойка женская байдарка — тоже 500 метров. То есть вот наши 4 лицензии, по которым проходит 9 спортсменов, максимальное количество. Также у нас есть возможность в 2021 году добрать еще лицензии в некоторых видах. То есть я на это возлагаю надежды, что мы доберем еще пару лицензий. И... А что для этого потребно? Просто такие профессиональные тонкости, которые... Для этого надо, во-первых, не прекращать тренировочный процесс. То, что мы, в принципе, за что мы боремся. Ни в коем случае нельзя прекращать тренировочный процесс, нарушать его. И нельзя оставаться в холоде. Это самое важное. Для того, чтобы сохранялись спортивные режимы, спортивная форма, надо расти и развиваться именно в тепле. То, что мы, в принципе, делаем, сборная команда, есть возможность сборную команду вывозить за границу, там, в Турцию, Болгарию, Португалию и так далее. Там, где нету минусовых температур, это дает возможность обойти вот зимнюю яму, после которой приходится долгий период возвращаться и разгоняться на летний период. Следующий сезон у нас очень ранний. У нас уже, собственно говоря, с 8 апреля начинаются уже первые отборы на олимпийские как раз лицензионные доборы. 8-12 апреля мы уже станем свидетелями отборочного чемпионата. Значит, дальше у нас идет 8-10, это у нас идет олимпийский добор в Венгрии. И потом у нас через неделю буквально стартует олимпийский добор в Барнауле, это Российская Федерация. Вот как раз вопрос сейчас стоит по вот этому моменту, как спортсмены поедут и будут представлять, там, защищать честь Украины. За чей счет, собственно говоря, и будет ли финансировать государство, либо федерация. То есть вот этот вопрос самый, как говорится, на повестке дня. Вот. Дальше у нас идут чемпионаты Европы, и самая интересная ситуация, что между соревнованиями буквально неделя, то есть у спортсменов даже не будет время передохнуть. Именно поэтому надо спортсменов готовить в тепле, чтобы они не тратили долгий период времени на раскачку. То есть они, чтобы с тепла уже непосредственно на соревнования, тогда и скоростные режимы соответствуют тем нормам, которые необходимы, ну и так далее. Ну а в плані фінансування на наступний рік заплановані кошти для того, щоб дійсно спортсмени певний період часу знаходилися в теплі, як ви кажете, ну професійний сленг, так я розумію. Ну тобто да. Були на базі іншої закордонної спортивної бази, так би мовити. Да, у нас
ну, я думаю, что вы тоже уже видели анонс нашего министра молодежи и спорта Вадима Гуцайта. Он уже анонсировал, что на бюджет молодежи и спорта было выделено 7,5 миллиардов. То есть это как раз те средства, которые пойдут на инфраструктуру, инвентарь, НТЗ, ну, то есть на все наши нужды. Уже другой вопрос, будут ли они физические. То есть пока это только цифры, которые мы видим нарисованные на постах и так далее. То есть, когда у нас уже будет физическая ситуация с выездом за границу, тогда это уже мы скажем. Ну, якщо в бюджеті заплановано, то воно буде. Якщо прийняли бюджет загально український. Його прийняли, но 60% бюджету у нас непонятно откуда возьмется. То есть ті деньги, которые они запланированы, это, судя по тому, что говорят СМИ, это деньги одолженные. То есть нам еще, по сути, никто не дал, но мы уже тратим шкуру неубитого медведя, скажем так, делим. И вот это самая опасная ситуация. То, что мы планируем, то, что, в принципе, не наше. То есть мы... Вот в этом и стоит вопрос. Будут ли у нас эти деньги? Пока это виртуальные деньги. У зв'язку з цим буквально, щоб я вже відпустила і прийшов наступний гість, у зв'язку з тим, що ось на наступний рік не визначена поки що ситуація, ви все одно готуєтесь, правильно? Звісно. Тренувальний процес не должен останавливаться. Это, во-первых, это физические процессы, когда идет инертное состояние организма, мышцы имеют такое свойство атрофироваться за ненадобностью. Это, в принципе, простая биология, об этом знает каждый тренер. Если не давать нагрузку, мышечная клетка, мышечная структура теряет свою форму, физику, она начинает сдуваться и так далее. Просто за ненадобностью. Это не потому, что такой спортсмен. Нет, потому что так реагирует организм. Если спортсмен не будет, я это сейчас так утрирую, если он не будет поднимать там 100 килограмм, ну, скажем так, через день, либо каждый день, соответственно, организм сойдет на нет и будет, допустим, выберет ту форму, которая ему нужна. Организм — это такая, скажем так, такая структура, такая сфера, которая адаптируется под все. Под любое воздействие организм может адаптироваться под самые худшие условия, допустим, на даже жизнь в горах, там, где отсутствие кислорода, мы имеем, да, допустим, ситуацию с нашими даже украинскими спортсменами. Навіть южницькі спортсмени. Да, да, которые на Эверест поднимались, так. Вот я за них и говорю. Но я хотел сказать... Більше того, безкисневої маски. Вот, я об этом и говорю, что организм... Вячеслав. Так. Да, вот я как раз к этому сняли, как говорится, с уст. Даже вот в таких условиях спортсмены могут выживать. Там же есть шерпы, которые ходят на Эверест как будто себе домой, по сути. Вот я к тому говорю, что организм может адаптироваться в любых условиях. И самое важное – это сохранить форму. Даже если, допустим, у нас не будет Олимпийских игр, если их перенесут либо отменят, надо все равно сохранять физическую форму для того, чтобы не попасть в вот спортивную яму, когда приходится начинать все с нуля, с чистого листа. І підбиваючи підсумки 2020 року і напередодні, зважаючи на те, що програма реформ на каналі Южного телебачення – це завершаюче, так би мовити, в 2020 році, ми говоримо напередодні 2021 року, що б ви хотіли побажати? Ну, тобто, перші якісь асоціації. Что хотелось бы пожелать жителям міста Южного, так. У нас же тема сьогодні Самойлов, Чебан, Ненов, їх об'єднує Южне. В первую очередь не бояться экспериментировать, не бояться узнавать что-то новое. Это, в принципе, это основное. Не бояться сменить сферу деятельности, так как интерес и желание будет возрастать только. Это, в принципе, пожелание на каждый год, не только в 2001 году, это, в принципе, на жизнь. Если постоянно менять сферу деятельности, постоянно приобретать какой-то новый опыт, который будет приводить только к новым эмоциям, ощущениям, это будет приводить к положительной ситуации. Вот, в принципе, такие пожелания. Не бояться открывать для себя новые горизонты. Не только в 2001 году, что-то у меня 2001 год. Так, что-то связано с 2001 годом.
Вот, не только, скажем так, жить обычной своей обыденной жизнью, такой простой, устаканенной, уже проверенной и так далее. Не бояться выходить на какие-то моменты риска. Риск – это всегда неприятность, конечно, для себя. Вот, но, к сожалению, мы по своей природе привыкли жить в теплой ванне, в которой мы уверены в завтрашнем дне и так далее. Вот, не бояться рисковать, конечно, разумный риск для здоровья, для своих близких, но это должен быть разумный риск, и только вот такой риск будет приводить к положительному результату. Не бояться экспериментировать, потому что только эксперименты, только ставя себя в определенной ситуации, человек может понять, на что он способен. Он, когда ставит перед собой определенные вызовы, он может понять, сможет ли он это сделать или не сможет. То есть это дает толчок к развитию не только спорта, но и себя как личности. Угу. Так что всех с наступающим. Здоровья не желаю, потому что здоровье – это ответственный сам человек. Сам человек четко должен давать себе отчет, что он ест, что он пьет. Потому что мы состоим из того, что мы едим. Это, в принципе, ни для кого не секрет, ни для кого не новость. Поэтому только положительные эмоции, только здоровое питание и только хорошее общение положительное может привести к положительному результату. Одне з таких побажань вже сьогодні справдилося, тому що у нас сьогодні дуже приємне спілкування, зважаючи на те, що ми зібрали сьогодні в ефірі трьох людей, які давно не були в місті Южному. З Юрою трохи інша історія, і це теж дуже добре, тому що будемо сподіватися, що завдяки тому, що Юрій Чебан знає проблеми спорту в нашому місті, це допоможе все ж таки розвиватися нашому спорту на тому рівні, про який згадуємо ми сьогодні протягом всього ефіру, що клуб «Хімік», він в принципі є спортивною базою для спортсменів з Одеської області, і завдяки клубу «Хімік» Одеська область посідала перше місце у загальноукраїнському рейтингу. Юра, дякую дуже, що ти прийшов до нашого ефіру. Я тобі теж бажаю, щоб у 2021 році всі плани були здійснені. І щоб все ж таки оці наші реалії українські, коли типу, ми щось там мріємо собі, ну, там, в плані фінансування і так далі, щоб вони все ж таки здійснилися, тому що це дуже важливо. Наостанок буквально, що з тернопільською базою? Ти якраз президенту ставив це запитання, коли приїжджали на відкриття стадіону. К сожалению, да, є ситуація. Была положительная, скажем так, тенденция развития, но сейчас все приостановлено, сейчас все заморожено, сейчас все, скажем так, в таком инертном состоянии. Я знаю, до меня дошла информация от местных, скажем так, от местных органов самоуправления, то, что база была сдана перед приездом президента для того, чтобы ее открыть. Но она была недостроена, там это прошла первая очередь строительства. Вот, скажем так, губернатор утверждает, что все будет достроено в срок, но я просто знаю реалии, которые на сегодняшний момент, что это, в принципе, это смутная такая перспектива, потому что у нас все-таки запланированы мероприятия, у нас там впервые в этом году у нас должны были состояться международные соревнования среди ветеранов. И это как раз было бы визитной карточкой для Украины в целом. И вот это, конечно, негативная ситуация с ковидом, либо на что это можно пенять, я не знаю. Но мне кажется, опять же таки, это политическая воля, потому что мы видим, что некоторые объекты у нас достраиваются в сроки и успевают, а некоторые приостанавливаются и так далее. В свою очередь, я хочу поблагодарить все-таки вас, что вы интересуетесь спортом. И именно вот эта ситуация, когда мы раскрываем как раз именно наши негативные моменты, наши провалы, нас стимулирует к тому, что мы можем улучшиться и можем изменить что-то. Вот вам большое спасибо, что вы раскрываете как раз тему проблемных видов, но и тем не менее мы не забываем про наши успехи. Я считаю, что информация должна объективно поступать людям как о наших победах, так и о наших проигрышах. Именно такая объективная информация будет стимулировать к разумному, конечно, к подходу для улучшения спорта в будущем.
Дякую дуже. Дякую. Це новина про те, що тернопільська база не будується, що вона, ну, це вже тема іншого ефіру. Конечно. Дякую дуже за те, що ви про це розповіли. Я дуже сподіваюся, що так як вона пішла в ефір, то вона буде почута.